E-Gaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз. С вами по-прежнему Good Hunt и Каспер, и мы продолжаем смотреть Na'Vi против Alliance. Да, 1-0 за команды Alliance. Посмотрим, получится ли сделать камбэк у Na'Vi. Первая игра была весьма шаткой, там не было однокалиточной. Да, там все было совсем ровно, ты прав. Вот, собственно, напоминают нам еще игры на сегодня. И это очень важно, потому что после матча Alliance Na'Vi у нас будут Virtus Pro против OG. Новые Virtus Pro. Старый OG. Старый OG, да. Ну и Secret Vega тоже. Кстати, за робота тоже очень интересно. Да, сегодня все три матча очень крутые. Тут действительно такой топовый получился групповой этап. Ну и сейчас, как бы, либо 2-0, либо решающая третья карта. Это мы узнаем совсем скоро. И стадия драфта уже у вас на экранах. Туск, Дазл, Слардар у Альянс и Тини Бейн Виверна у Na'Vi. Теперь Na'Vi решили уйти в контроль сквозь БКБ. Появляется и Бейн, и Виверна. Да, Alliance играют через стратегию минус армора. Дазл, Слардар уже есть, чем это еще можно пробустить. SF, но он в бане. Поэтому дальше не получится. Появляется Джиггернаут. Пацан, который по минус армору неплохо задвигает. Три милишника уже есть, что весьма неприятно. Но два инициатора из них. Против Виверны плохо иметь такую пачку мили-героев. Можно подвстрять в один момент. Окей, кого там вообще у нас альянсов не хватает? Понимаю, мидера, да, не хватает. Вот SF под минус армор, конечно, бы хорошо зашел, но его нет. А Na'Vi Тини. Тини это кто здесь будет? Тини. Это Ахмо. Это Ахмо будет на Тини. Ахмо на Тини. Сложный. Хорошо. Na'Vi тогда тоже нужен мидер. Нужен офф. Так, Ахмо на оффлейне будет? Да, да. На Тини. Угу. Интересный выбор. Они вчера уже играли, он показал то, что умеет так делать. То есть это не первый раз не используют в таком качестве этого героя. Ну, это из разряда вот квапы четвертой позиции, только Тини вот такой вот странный получается. Просто эскейпа временем такого нет. Не, а он терпит, он там ходит, какие-то отводики может поделать, еще чем-то позаниматься. То есть потом может эти отводики попытаться пофармить. Так что вариантов у него много. Фантом Лансер выбирают. Кири героя. Против Джиггернаута смотрится двояк, потому что Джиггернаут, понятное дело, будет играть через Battle Fury, скорее всего. Опять же, Лансер это не антимаг. Он может подраться чуть раньше, чем хата горит. Вот. Поэтому выбор весьма неплохой, как мне осталось кажется. Тем более, контроля здесь уже более чем предостаточно. Тинники, Бейны, Виверны. Надо просто будет бить. Опять же, наличие диффузов, допельганг от Amplify Damage тоже может помочь. Вив Дазла, конечно, скинуть трудно. Но... Да, я тоже слышал, что тяжеловато. Минус темпарка. Да, вообще, тут тоже двояко осталось в плане этого Фантом Лансера, потому что обычно дерется он с появлением там барабанов, диффузов. Ну, не знаю, что успеет сделать Альянс до этого момента. Вообще уже было подобное противостояние. У Na'Vi, кстати, было подобное противостояние в матче Na'Vi HellRaisers, когда они от мега-крипов отбивались. Там был ПЛ с двумя баттерфляями и Джиггернаут без МКБ. И Зевс ластпиком, тот самый Зевс, которого банили в прошлой игре Na'Vi. И сейчас он появляется. Кого брать против него? Как раз-таки сейчас мид-герой необходим для Na'Vi. Будет ли это Вайпер? Вайпер хорош. Может быть, еще что заехать? Темпларку забанили, Эмбера забанили, Магнуса нет, Квапу убрали, СФ убрали, Лину убрали, всех мидеров перебанили. В итоге, да, наверное, осталось Вайпер, скорее всего, появится. Не, Вайпер это прикольный такой персонаж. И мид он хорошо стоит, и Харасу Зевса чуть меньше подвержен, потому что сопротивление неплохое.
Можно его даже подгнобить, попробовать периодически. Ну, а если к тебе придет там какая-то Виверна Бэйн, условные, или один или другой, то вы там совсем заовните. Можно какую-то ВР-ку попробовать взять. ВР-ка, ну, тоже, да, более-менее. На самом деле. В плане лейнинга. Потом что с ней делать, не совсем конечно ясно. Конечно же, Падж! Падж всегда заходит. Падж всегда крут. Да. Сумонов нет, берем Пуджа. Тем более есть лип. Засып. Да, да, да. Оп. Абуз. Абуз? Абуз. Ну, тяжело не попасть в заслипанного. Ну, как сказать. Бывали случаи, я не спорю. У меня... На ход. На ход. Кидаешь ему крюк. У меня... В моем пабе был паджик, который собрал себе первым этому блинк-даггер и 4 раза промазал по формящей квапе. Она просто не двигалась. Он просто стоял и бил. Ну, он на ход ей кидал, он думал, она мантии я не сейчас знаю, будет. Причем он кидал так, что я видел, что там не то чтобы там нечаянно, там реально сантиметров 5 от героя. Знаешь, если тоже на ход, это на форстав какой-то. Инвокер появляется от Дэнди. Воу-воу, неплохо, кстати, под санстрайк. Если это будет санстрайк. Это может быть даже и не санстрайк. Тут, возможно, будут Нави пытаться выходить в серьезный лейт и пользоваться тем, что у них герои лучше. У них просто тупо лучше герои в лейте. Теперь у Альянс задача примерно та же, что была у Нави на прошлой карте. Нужно задавить как можно раньше. Ну, возможность у них такая есть. Есть хилинг вард. У них, правда, пуш потенциал не такой хороший. Кроме Джиггернаута здесь особо вышки никто не кромсает. Это минус для них. Да, ну вот придется им как-то побеждать. Не знаю как, но нужно будет собраться очень сильно Альянс, потому что если они дотянут игру до серьезного, до очень серьезного лейта, до какого-то там супер лейта, я не знаю, как они будут воевать с Фантом Лансером, Тини, там, несколько слотов и Бэйн Виверна, которые пробивают БКБ, все сопротивления. Вообще пофиг. Да, кстати, S4 вернулся, друзья, у нас для вас есть новость. S4 вернулся в... состав команды Альянс после первой карты. Возможно, у него были просто какие-то, не знаю, проблемы с расписанием. Не успевал откуда-то вернуться. Да, проблемы. Или технические. Собственно, теперь полным составом играют Альянс. Ну и давайте посмотрим, кто на ком будет играть. Команда Альянс. Лода будет бегать у нас на Джиггернауте. Адмирал Бульдог. Слардар. S4. Зюз. Нац на Тусике. И Аки на Дазле. Ну и команда Нави. Артстайл. Бэйн Санейка будет играть на Винтер Виверне, Дэнди, Инвокер, Дитя Ра, Фантом Лансер и Ахмо Тини. Да, Тини с тапком, уходит вот он в сложную уже. Ну, собственно, я тебе уже об этом рассказывал. Посмотрим, что у него здесь получится. Здесь контроля как такового не особо много, кроме как в Катускара Шарды. В принципе, могут его, кстати. Не, могут его тут прессануть. Его и сейчас, в принципе, могут прессануть. Ахмо тут мансит. Могут пойти сейчас Шарды. Вот да, они Шарды. Хорошо закрывают, идет под хил. Классно, в итоге пробивают сейчас Ахмо. Он, может быть, отсюда и уйдет. Да, слушай, 25 хитов остается. Но отжирается, конечно, танго. Но все, ему нужно идти на базу. Я бы на его месте прямо сейчас шел на базу и не тратил зря время. Слушай, а Артстайл еще здесь подзавис. На самом деле Шарды уже откатились. Артстайл сейчас будут отрезать его от хайграунда. Ну, Ваня. Поэтому так и подмансивает. И в итоге, да, в итоге получается его подзакрыть. Еще и блочит. И да, это будет фраг. Это будет минус. Не получилось заденается никак. Чусанейк на самом деле на пол хп просел. Тут очень много хп в начале игры потратили Нави. Баунти руна достается Зевсу. Все по стандарту, и ей-то мы уже ботал, что участвовал он в убийстве, скажем так. Джиггернауту достался ФБ, кстати, это неприятно, потому что очень быстрый сапог будет. Ну да, сейчас таким образом Тини будет еще тяжелее стоять. Вообще, вот то, что Ахмо уже так сильно пробили, и он потратил весь свой реген, сейчас ему не совсем улыбается. Так что любой забег в его направлении будет приведет к тому, что он уйдет на базу. А уйти на базу он мог вот прямо сейчас. Да, и в итоге просто Акин и Майнац идут в атаку. Они понимают, что Тини ничего тут не сделает. И все. Вот ты стоишь на холд позишене. И если Лода сейчас все правильно сделает, он сместит лейн немного к себе поближе к вышке. И тем самым отгородит Тини от экспириенса вообще. Да. Свой в медле. Размяет Дэнди. Дэнди здесь размять очень трудно. Он качается через... Выходит Санейка. Серьезно пробивают S4. Ну, Санейка там наполучал, на самом деле, от вышки не меньше. Да, еще и молнию Зевса, если бы ушла, было бы, конечно, совсем неприятно. Ну и да, тоже реген у Санейка заканчивается, остается одно танго. Оно сразу же съедает. И Адмирал Бульдог вот в этой сложной линии уводит крипчиков. Получается у него помешать Артстайлу сделать отвод дополнительный. Ну и то, о чем мы говорили. Лода смещает лейн в свою сторону. Он уже практически под тавером.
как-то помешать этому тени не может. Максимум, на что может рассчитывать, это бодиблок, который не особо спасает. Вот два оранжевых крипа живы. Сейчас немного нац. Ну вот у нас уже есть уровень 2, и этого нужно бояться, потому что теперь появляется сноубол, и как только тени появляется на линии, сразу на него может катиться 3 человека, а он ничего им не сделает. Даже если он насыпет, Джиггернаут все равно будет в раскрутке и сможет его довертеть. Так что тут все очень плохо у тени. Ого, Тини плюс Бейн, 43 игры, 32 победы, 74% винрейта. Ну, я так подозреваю, что это, скорее всего, Тини не в качестве оффлейнера был, явно. Ну, вот только недавно начали его в такой роли тестировать, и время от времени получается. Ну, я уже сравнивал вот это с четвертой позицией. Саны КВД, грызаются в СФО, нужно проюзать сноубол. Вот он сноубол, спрятали СФО, въехали в Санейк, и есть там верхняя, пошло торнадо, неплохой, но СФО здесь погибнет, скорее всего. Да, не получается. Кстати, да, Майнац в итоге что-то вывез его совсем глубоко. Возможно, стоило как-то на Дэнди разогнаться. Ну, ладно, суть не в этом. Суть в том, что С4 там в любом случае вряд ли выживал. И это хороший минус для Нави. 1-1 становится счет. Прогоняет здесь Ахмо. Все еще первого уровня. Пол левела только получилось вывести с его оффлейна. Ну и Виверна, которая постоянно живет у Дэнди в медле, позволяет наглеть Адмирал Бульдогу, который почти уже имеет четвертый левел и зачастую стоит у себя под тавером. 6 крипчиков уже добил, 640 на руках, ну, понятное дело, что, скорее всего, сначала это будет сапог, потом уже будет выход в какой-то дагер. Без сапога это совсем тухло. Ну, ну и Джиггернаут 17-18 на 6 уже, обходит пока Лансера по крипам. Смещается верно на топ. Бульдога. Заслипали. Есть копье, есть доплиганки, есть слоу, есть все, в принципе. Подается нам по двоим. Пытается есть уехать бульдог. У него есть стики, но брейнсап. Брейнсап. Помогает. Неприятненько. 2-1 в пользу Нави. Отдали фертбат. Ну, камбэкнулись. Зевс. Тяжеловато будет стоять, потому что к Дэнди уже приехали фейзы. Получаю колд снэп. Можно плотненько просесть. Ну и Тини первого уровня, что ему делать, как ему найти себя на карте? Так вот, нужно то ли уходить на отводы куда-то и просто подтянуться на линию к какому-то инвокеру для получения, не знаю, уровня 2 или еще что-то в этом духе. Потому что сейчас он вообще ничего не может сделать. Он на своей линии ничего не получает просто потому, что Лода классно держит линию. И вот мы видим, Ахмо выходит на руну, понимает, что руну уже забрали. Ну и опять вынужден возвращаться на свою линию. Но нет, он идет как раз в центр получить просто уровень 2. Собственно, все верно мы подметили. Ну да, что ему дает левел 2? Возможность фарма маленьких спотов хотя бы. Да, он хотя бы как-то сможет уже помогать. Можно банально даже пойти попытаться кого-то гангануть просто Бэйн, за счет ТОСа. Будет ли слип? Есть слип. Подтягивается инвокер. Разбудили здесь СФО. Пошло торнадо. Будет ли колд снэп? Колд снэп. Засыпали СФО. Как же ему больно. Будет ли грейв здесь? А грейва-то нет. Там поижен тач. И Дэнди, скорее всего, здесь выживет. Ну, Дэнди верно спасает. Очень круто. В итоге вот он Ахмо. Еще Тосик закидывает. Аки нужно дать ему еще буквально 2 удара. Аки захиливается. Ну как же это отсутствие грейва сказалось на этом игровом моменте? Вот та прыть, с которой пытались загнать Ахмо на линии, и именно поэтому был в качестве Poison Touch. И в итоге Ахмо приходит, ассистирует 2 убийства. Получает себе уже почти 3-й уровень. Вот, именно из-за того, что пытались загонять Тини, был вкачан в Poison Touch для того, чтобы вот догонять Фьюри, там, дамажить и так далее. Ну, на самом деле, глупая затея была с вкачанным Poison Touch. Вот тем более, когда ты видишь, что в медле такая агрессия в сторону Зевса постоянная за счет Виверны и Инвокера, мне кажется, Грейв там просто обязан был появиться. Конечно. Но в итоге ошибка от Дазла, которая привела сейчас... Причем ему надо срочно получать еще один уровень, потому что как бы Грейв сам по себе не появится. И нужно кровь из носу сейчас дополучать этот уровень 3. Там, кстати, на топе выезжают на бульдога. Артстайл не стал его усыплять. Скорее всего, не достал. Просто ренжа не хватило. Все-таки 500 всего лишь на первом уровне. Это... Не, ну это неплохо. Коротенькие ручки. Не дотягиваются. Ну да, да. Да ночь еще на дворе. У меня слэш появляется у Джиггернаута. Третья фьюри взята. То есть будет здесь дамажить... Первым спылом Дэнди, торнадо, не попал ни по кому. Грейва до сих пор, если что, нет. Походу, здесь еще кентавр начинает бодиблочить СФО. Есть сноубол, вкатились Дэнди. А зачем туда надо было тащить СФО? Том не слэш пошло. Слушай, ну С4 отбивается, в итоге Ахмо попадает все-таки своим эвеланчем. Дэнди пытается убежать. Дэнди 2 хп, 3 хп остается. Лода его гонит. У Дэнди
тупо меньше мувспида даже под тремя... Нет, все, Фейзи нажал, все хорошо. Майнат, шарды! И закрывает, но не убивает. Минус Ахма, медля. Минус Ахма, бульдог пока жив, скушал стики, включает спринт, пытается спастись отсюда. Аки рядом. И еще одна плюха от Аура, но Хиллинг Селф, да. Помогает Хиллинг Селф выжить. У Дэнди, конечно, ушел там калькулейтед. Калькулейтед, да. Ну, это калькулейтед. У меня слэш слишком слабенький еще. Три прыжка, они практически ничего не нанесли, на двух героев разделились, а одну тычку забрал. И верно, две ушли по Дэнди. Шестого уровня у Зевса не было, а Боба шестой уровень, кстати, прикончил бы всех там. Между прочим, да. Между прочим, так и есть. Например, Дэнди уже уровень 6. Ставит он ЕМП, кидает Cold Snap. В итоге С4 выжигается у него полностью мана, прилетает сюда Слардар. Нет, не прилетает. Меняет ТП. Джиггернаут в это время пушит ботом, он не слэш в КД. Что он к себе купил? Что-то купил, в любом случае, это Рейсбенд, это рецепт на барабаны, это еще и Брейсер, да, он там вторялся очень сильно. Статовый будет Джиггернаут, не торопится идти в какие-то Момы и Battle Fury для фарма. Собирается просто в статы, чтобы чаще возможно, драться. Возможно, да, возможно, будут собираться драться. Мы это разбирали еще на стадии драфта, то, что нужно сейчас воевать Альянс. Нужно набрать изначально какую-то небольшую критическую массу, после чего нужно выдвигаться в бой. Потому что будет беда с этими фантомлансерами и виверными бейнами тиниками. Может быть, очень серьезное проседание. Да, ну вот нам говорят, что С4 имеет неплохой винрейт на Зевсе за все время. Но все тоже весьма-весьма ситуативно. Хотя вот сейчас артстайл неплохо подставляется. Сноубол, будут ли шарды. Понятное дело, что панчи пока нет. Артстайл, торнадо, не попадает по нацу, но Санык его затыкает. Да, пытается отдаться Рошану. А С4 пытается пойти сделать тачдаун, но под колдснэпом просто не может ничего. И в итоге погибает еще и Зевс. Совсем непонятное телодвижение от него. Почему не попытался просто убежать, как-то пытаться, не знаю, подрегенить, что ли, маны в верхней попробовать, в смысле... Так на лоду выход. Хиллинг вард. Сломали моментально. Лода, фьюри нет. Прожимает барабаны, чтобы спастись. Будет еще одно копье буквально вот-вот. Метает у него копье еще одно. Блядь, здесь иллюзия. Ее лучше, скорее всего, убить, чтобы вижена банально не давала. А толстоват уже. Лансер-то. У него аквилка есть. Стики грейжные есть. То есть там даже иллюзия под вышкой танкует неплохо. На топе выход. Спанули бульдога. Бульдог пытается спастись. Дает стан по Ахмону. Инвокер дотыкает. Там урна висит. Да, это минус бульдог. Доминейтинг от Дэнди. 4-0-2 стата. Неплохая игра на инвокере. Определенно 3-8 в пользу Нави. Да, пока инвокер действительно дает жару. Ну вот, а чего не скажешь про Зевса, потому что Зевс и крипстат имеет намного меньше, и, соответственно, Нетворс у него второй в команде, но он просто на шестом месте по фарму, потому что даже у Виверны денег больше. Да. Я уже не говорю про Тини. Тини, которого просто гнобили всю игру, в итоге имеет сейчас 2-1-3 счет и почти шестой уровень. Под этой вышкой получит свой левел 6, еще, может быть, даже... Крипцов сейчас постарается подобивать, да, со скиллов, так он и делает. Тут Слардар подъехал, но Тини прекрасно видел это. Да, минус армор, это, конечно, круто. Есть смоук от Alliance. Два игрока выдвигаются. Это Тускар плюс Джиггернаут. Куда они будут выходить, пока не ясно. Есть Дэнди в медле. Ну, Дэнди, урна, фызы. Пошел сноубол, будете под сейф ТП. Просветили, должен быть омни-слэш. Есть омни-слэш, Дэнди забрали. Сейф ТП. Ну, слишком поздно, мне кажется, начинать надо было сразу же, как только вот... Да там от видели. Виверна, на самом деле, не так много пользы, потому что она спасает от физики, а там Зевс просто дважды тебе успеет молнией прострелить, пока ты будешь... Ну, там не слэш, и неплохо, спасибо. Не слэш, да. Не получилось, не получилось. Шарды закрыли проход самому Джиггернауту, в итоге не получилось зайти, не погнаться дальше. Артстайл в это время внизу. Немного экспица. Там фьюри... Лода, Деппельганг, отпрыгивает отсюда дитяра, отпивается тут же ботлом, чтобы метнуть еще одно копье, но метать его будет уже некуда. Лода отсюда спасся. Нет смысла бежать дальше, все-таки Адмирал Бульдог тоже тут пошел. Амплифай, нужно юзать Деппельганг, а КД у него пока большое. А зачем его сейчас юзать? Я вообще нафиг не упал. Можешь пока потерпеть. На тебя не нападают, ничего не Артстайл происходит. Артстайл на ботами, пытается получить сейчас шестой уровень, смещает сюда еще и Дазл, Пойжен Тач есть, поэтому... И... Да, под барабанчиками, Тартстайл. Да, в итоге убивают, скорее всего, сейчас с Ниваном. Потому что там отбивается, пытается повыживать, но слишком много здесь дэмэджа. В итоге Аки достается килл на топе, бульдога засыпали, ну тут без шансов, по-моему. А пытался хотя бы на Ахмо повесить еще минус армор, чтобы, возможно, вышка его чуть сильнее продамажила, но
тоже не получается этого сделать. И в кулдауне была та у Зевса, на случай, если вдруг... Там с маной сейчас небольшие вопросы. Проблемы, разве что ботом отбиваться. СПО, получил дэмэдж. Зевс, 2700, потихонечку догоняет хотя бы загнобленного Тини по нетворсу. Тяжело ему пока очень. Но это не отменяет тот факт, что если на файте на него не обратить внимания энное количество времени, то своими спылами он нанесет тонну дэмэджа. Это один из тех персонажей, которому айтемы-то для дэмэджа особо и не нужны. Ну, либо монопул был побольше. Монопул побольше, да, пару верхних. И драка подольше. Пару верхних, и одна всевышняя, и хватит. Да, так и есть. Ну, вот он, Зевсуля, забирает баунти-рунку. Еще немножко поправил свое финансовое положение. Адмирал Бульдог, Транквилл и есть, но до Даггера еще порядочно фармить. Так увидел инвокера, сразу же подрубает спринт. Так, сейчас Арцел снова может подставиться. Будет ли Пужин Тач, выходит, Сноубол, Ваня. Без шансов. Он не слэш хотя бы Боб. А нет, он не слэш только сейчас на Санейка. Мэджик Дэмэджа здесь не особо много. Есть Вэйк, есть сказать, Шарды. Не особо много. Грейв есть и тэп-аут. Грейв тэп-аут просто. А тут нет, Торнадо. Дэнди уже не даст улететь, да, поэтому Аки, конечно, Грейв просто себя время выиграет. Просто выиграет время, чтобы остальные разошлись. Погибнет там, понятное дело, так Дазл. Вот, да. Виверна, да, Виверна, она здесь действительно такой тухлый спасатель. По сути, Джиггернаут вертушкой пробивает, Зев с молниями пробивает, Туск всеми своими спалами пробивает. Единственное, что там от Слардара с Дазлом можно хоть как-то подспасти. Да, ну и 3400 Зев с этими ультимейтами издалека. Наращивает свой монопул грейджным стиком, правда, не самый лучший. Но прирост. Это лучше, чем негрейдженный стик. Лучше, чем негрейдженный стик. Бейн получает шестой уровень. Прямо вот сейчас получает финсгрип, выходит на бульдога. Есть травела от Лансера. И бульдог здесь, скорее всего, погибнет. Ну да, много времени будут душить бульдога. Да, помочь нечем. Прям в кустах получил шестой уровень, Ваня. Так, и травела также появляется у Джиггернаута. Вот это мне уже немного непонятно. Да, ты не Фантом Лансер, чувак. Ты не Лансер, ты не так сплит-пушишь. Ты не имеешь таких эскейпов хороших, как Лансер. Опять же, мувспид — это, конечно, хорошо. Четвертым Фьюри ты будешь постоянно в центре файта, но 1100 хп. Это маловато немного. Да, в принципе, 2000 денег было потрачено на ботинок. Это не слишком. Нашли Дэнди. Дэнди. Торнадо. Успели произвести сноубол. Вкатились все трое. Будет ли подхил? Есть подхил. Есть ульт от Зевса. И Виверна с Винтерскиорсом просто уничтожает трех героев команды Альянс. Подтягивает сюда, кстати, Джиггернаут. В итоге Дэнди. Дэнди почти получилось заденаить. Доппельганг не спрыгнул вниз. Будет ли Amplify Damage? Есть Amplify Damage. Где остальные игроки? А остальных нет. Все в таверне. Все в таверне. И Бульдог пытается спастись просто. Омни Слэш будет только через 15 секунд. И он первого уровня. Поэтому особо круто. Импакт он не принесет. Да, ну появляется Блинк Даггер, кстати, у Тени. И уже можно нападать на разных тонких дазлов, на Зевсов. Кстати, есть ли информация по Лоде? Кажется, его тут спалили. Да, вот видят Лоду и сразу же блинкаут. Вот аккуратнее надо быть, потому что финсгрип через 10 секунд откатится, и вот этот Фьюри может и не спасти, если что. Как дела у Бульдога по Даггеру? 8 сотен остается, чтобы получить, ну, Даггер. Еще многовато, еще многовато. Альянс вообще очень сильно отстают от графика, то есть они должны были доминировать и как-то нагнетать на старте, в итоге нагнетают, доминируют Нави, а мы уже обсуждали. Запрыгнули на Наца, ЕМП, будет ли сноубол, есть сноубол, сидит в шаре сколько может, но у тебя тут не получится, конечно, и в итоге, скорее всего, и Бульдога подцепят. У него скоро спринт закончится, так что если не получится не сбить телепорт, нет, не получается ничем силы этого сделать. Укрепили свои сооружения. Ну и Лода пытается снести мидл. Летает сюда бульдог. Начинают щемить вышку. Здесь рассказов и верны. Там 15 секунд до керсы. Да, на разменты в раме. Планируется. Слэш. Будет или нет? Да, по сейф от Виверны. Надо юзать ему слэш. Шло Фьюри. Вот он финсгрип. Слардар. Верхний артстайл еле живой. Попадают станчиком. Можно было проявить темный слэш. Бульдог отсюда, наверное, уже вряд ли уйдет. Отличные шарды от Тускара. Сноубол пошел в Санейка. Санейка пытается подсейвиться. Ну и Лода не нашел таргет. Не, Нави поразбегались. Нави поразбегались. Появили очень много обилок. И одни, и другие. И в итоге драка заканчивается смертью одного Бэйна. Хотя начиналось все весьма так паскудно. Сначала для одних, потом для других. Так. Джакер очень медленно фармится. У него до сих пор нет 11 уровня. Сейчас
Зато у него есть травела. Зато у него есть травела и топ-1 нетворс на карте. Да, но если бы вместо этих травелов была какая-то Сия, мне бы это больше понравилось. Ну да, Сия... Ну Сия, конечно, она стоит подороже. Или кусок Battle Fury. Ну посмотрим, посмотрим, какое будет использование. То есть травела травелами... На ботами. Возможно, будет стычка. Будут катать. Дэнди, сноубол. Решили зафокусить Ахмо. Ахмо уже минус. Есть Amplified Damage на Дэнди. Пошло Фьюри. Но там не хватает уже маны. По факту-то на Omni Slash. Она, конечно, сейчас накапает. Через 20 секунд. 20 секунд уже Дэнди будет. Не знаю, может, Дэнди уже в левел успеет где-то поднять там, в другой части карты за эти 20 секунд. Собираются подраться Нави, смотри. Ну, Кирса есть. Финс грипп нет, еще 15 секунд. Разминает Зевс, кстати, очень больно Фантом Лансеру, шарды. Потратил дупельган. Виверну, кстати, нашли. У Виверны есть интерскерс. Нужно быть очень осторожным. Фьюри. Бульдог классно ворвался. Фьюри тоже очень качественно, потому что под курсу в итоге никто не подставляется. Ульт от Зевса. И почти умирает Дитяра. Да ладно, неужели не получится его убить? Да, получается добирать улоды. Догоняет он одного, догоняет второго. Уже два фрага делает у нас Джонатан, ну и Виверна, Виверна, конечно, в живых остается, но что она тут может еще сделать? Там Хилинг Вард стоит, там все будут флоуми, Лода это прекрасно понимает, просто начинает толкать вышку. Это минус 3 у Нави, потеряли двух коров в размен на двух саппортов. Успел ли купить дагер? Да, Слардар успел купить дагер перед смертью, поэтому все не так плохо. Да, Джиггернаут, конечно, хорошо здесь ворвался. Вот это Фьюри от курсы очень сильно спасло, потому что так бы Джаггер... Минус Зевс. Просто добрался до него Тинни с дабл-дэмэджем, ломал. Сильный-сильный Тинник. 424 урона, если что. Кто-кто-кто? Тинни. А, у Тинни? Ну да, вот он 8-8-8 по Зевсу выдал. И Зевс скуклился. 2600 у Джиггернаута, что будет попасть дальше. Я надеюсь, что это будет не дагер, потому что это будет слишком быково, как по мне. Ну, это может травела, быть не дагер, но да, но у него пока на замес что-то... Получится только дагер, там, барабаны. Какую-то Яшу, наверное, не помешало бы взять. Может быть, Мантастайл какой-то заиметь в будущем. Монопул бы нарастить это неплохо. Слишком долго, возможно. Вот эти Мантастайлы. Возможно, слишком долго. Возможно, надо что-то собирать. Ну, Яша, как бы, в любом случае полезная штука. Так, Аки. Тинни запрыгнул. Аки видят. А толку Джиггернаут уже просто сломали. Аки надо тоже кастовать бэтфаут. Но как тут кастанешь? Да, Грейв есть. Пытается он уйти. И Пинатос. Торнадо, ЕМП на ботами, Нац, сноубол, вкатился в Дэнди, маны хватит только на панче. Ну там Пейл прилетел на травелах и помогает Дэнимону завершить начатое. Кстати, досты чем-то прожал перед смертью. Как это помогает, мы не понимаем. Бульдог, конечно, рядом. Бульдог может прыгнуть в Дэнди, но что он будет делать? Один прыгнул, Дитяра спалил. Ну, конечно, против инвокера с фулманой тут особо лучше не драться. С4 встреет. Тинни попадает по нему Эваленчем, но совсем немножко. В итоге пошел Тос, и тут уже Дэнди. Да, это будет минус С4. Пытался он что-то замахиваться молниями, пораздрасываться. Ничего у него не получилось. Отлично, бульдог уворачивается от торнадо. Ну вот как-то по одному очень много отдаются Alliance. Если масс-файт у них неплохо построен, вроде даже как, то вот эти вот хождения по карте, они постоянно приносят минус одного. Артстайл. Был финсгрип. Мог подцепить Лоду. Лода забирает баунти руну. Лода может отсюда из-за этого не уйти, если торнадо будет. Ну, торнадо, конечно, только что кидался. Но в кулдауне еще торнадо. Линии так, ну и Лода у нас справляется дальше фармить на центр. Да, конечно, итембилды тут очень любопытные, потому что у Нави все понятно, что будет происходить. Вот план Нави на игру вообще предельно ясен. Инвокер был взят специально, чтобы можно было меситься в начале игры. И не особо комплексовать по поводу того, что у вас там жадный Фантом Лансер, и там Тинни этот супер жадный стоит, сложный. Так. Стан. Тинни курс уловит. Да. Да, это минус. Ну, спасти никак не получилось. Хилинг Варт от Джиггернаута не стоял, конечно. Может быть, и хватило бы этого дэмэджа, чтобы выхилить ей плюс дазл. Шадоблейд у Ахмо. Шадоблейд и дагер. Очень мобильная получается вот эта стратегия от Ахмо. Ну, вчера уже было. Ровно такое же все. Ну и Тинника банили, кстати, Альянс на первой карте против Нави, видимо, сейчас. Нави его не зря забрали. Ну и не зря его, собственно, банили Альянс. Пошел смог.
и хотят масс-файт. Преимущество у Нави порядка 7500, но мы прекрасно понимаем, что это буквально один удачный файт. S4 не знает, где находится буквально оппонент. Буквально шага не хватило. Еще бы один шаг, и Смогус слетел, он бы примерно узнал, где находится противник. По краюшку ходят. Ну да, там такие беспалевные крипы под аквилами и барабанами. Торнадо, в Дэнди ворвались. Стан, Дэнди моментально, по-моему, будет минус, да. Дотыкарь его, 50 секунд выигрывают, крипы рядом, поэтому дает возможность пропушить тир 2. Ну, с крипами тут пытается справиться сейчас ПЛ. Зевс, конечно, хорошо спамит, но у Санейка есть качественный отспам, все-таки 4 уровня Splinter Blast. Крипов к вышке близко не подпускает. Разлетаются по карте, Адмирал Бульдог находит Ахму, надо повесить Amplify Damage, потому что там, ну, все, уже опоздал. Там Shadow Blade, поэтому не повесил, извиняй. Да, ну и закончится сейчас действие Shadow Blade. Никого не находит Ахму на линии. Ну, Лода собирает ту самую Сию. Она уже готова. Она уже, ну, получается, там супер-пупер мобильный Джиггернаут. Очень быстрый, очень быстрый. Да, драки он действительно очень быстрый. То есть гоняться за разными там тиниками, ПЛами особо ему труда, я думаю, не составит. Даже просто работами. На ноге бегать. Нашли кого-то, нашли наца, пошла тычка, запрыгнул, навесил. Вообще шансов никаких нет до появления Мекки. Ну, благо успел купить этот Миказм. В медле, стычка, Amplify Damage на Дитяра, и на этом все заканчивается. Да, вышка падает, Denied ее дазл, но суть это не особо меняет, потому что Нави продолжают прессинговать. Да, кстати, можно графики открыть, что-то за 20 минут уже подзабили на них. Да, Нави впереди, впереди на 6000 деньгам, и 4000 экспириенс тоже ведут эти ребята. Потрачено торнадо сейчас было от Дэнди, спалил это все Адмирал Бульдог, который заивейдил очередную торнадо. Лода, есть Омнислэш, есть Си, 1500 хп, много армора, поэтому довольно-таки толстый таргет. Понятное дело, что если в него ворвется тени, его забрейнсапят, и он получит полный рассказ, то это его никак не спасает, но в остальном, если ему дать раскрутиться в файте, может принести много бед. Да, ну вот... Альянс, давайте, делайте что-нибудь. Я пытаюсь сейчас найти Санейка. Вот он у Девса. Вот он Сноубол, Форстав, не шарты. Доехали, не ну доехали. Просто паут должен делать Санейка. Так, да, и происходит. Ты один на боте не стоит, я думаю. Альянс забрали за все это время один тауэр. При том, что мы, я не знаю, я всю стадию драфта распинался на тему того, что нужно быстро задавить. Нужно быстро задавить. Этот фантомлансер убьет всех. Что с ним делать? Нужно быстро задавить. Альянс, что вы делаете? Нужно быстро задавить. Одна вышка за 24 минуты. Ну, у всех разные понятия слова давят. «Быстро». Быстро и задавить, да, тоже. То есть, возможно, давят авторитетом, но вот я смотрю просто нетворсы и понимаю то, что у Зевса денег меньше, чем у Виверны. Вот. Зевс вообще здесь никак пока не реализован. Он, может быть, для Вижена кого-то пикнут, но набирает он не так быстро. Ну, во-первых, весьма жадный пик. Слардару нужны деньги очень много. Джиггернауту, Тусик тоже не откажется от Мекки Даггера. Да есть... там был стартовый момент с вот этим вот дазлом без Грейва, очень сильно профукан и очень сильно зажался в итоге Зевс. Потом раз прессанули, он понял, что если он еще раз выйдет, его еще раз убьют, и еще раз, пока это дазл. Или живой дитя Ра сейчас на Рошане, висит на нем Amplify Damage, поэтому Vision есть. Знают о том, что бьют Рошана ребята из Alliance, у Зевса будет через 15 секунд, собирает он себе, я ну, так понимаю, сейчас их что могут убить просто за эти 15 секунд, если будет хороший Vision. Потому что Тини может ворваться там на 2-3 пацанов и хорошенько их засыпать, подбросить. Плюс там какой-то торнадо от инвокера и МП. Это такое фаталити будет. Пока мы видим, Рошана защитили. Сами забирать, наверное, не смогут, но... Хотя бы Amplify Damage с таким джиггернаутом могут забрать. Торнадо. Стан по Дэнди. Не успел повесить Amplify. Раскаст пошел. Очень больно здесь Бульдогу. Сноубол до Дэнди. Не докатился. Есть подхил. Пошел панч. Фьюри от Джиггернаута. Санейк здесь, скорее всего, погибнет. Не успеет он захилиться. Да, еще тычка буквально залетает от Джиггернаута. Ну, окей, а что с ПЛом делать? Вот сразу же вопрос. Потому что Лода, ну, вообще ничего не может. Он просто бегает, бегает, бегает. Да, хорошо, ты быстро бегаешь. Но какой там смысл, если вся твоя команда мертва? Вообще Джиггернаута забрали в этот момент. Ну, я вот как раз за этим и наблюдал, да, Таки пытался улететь, мне тоже ничего не получилось. Копье, пах-пах-пах, есть еще один минус. Нац тоже прячется на Рошане, но Ахмо его тоже убивает. Ну, это развал. Это развал от Нави. Причем вот эта игра, она совсем в одну калитку, просто потому что Альянс, имея героев для исполнения, не исполняют. Это бред. 2000 для Нави.
денег, и по экспертам вообще просто. У них так все шоколадно было по денежкам. Сейчас еще заберут Рошана. Это будет порядка 10 тысяч преимущества где-то на 22 минуте. Это много. Это действительно много. Лансер продолжает набирать. Да, появились диффуза. У него еще 1700 на руках. Если он сейчас укрепится чем-то а-ля Скади или там, я не знаю, Мантастайл какой-то, и то будет весьма неплохо смотреться. Минус Рошан. Лежит Аегис, отдают его Лансеру. Теперь этого пацана надо убивать два раза, а с ним пока и одного справиться не могут. Ну, вот этот Зевс в миде, который абсолютно бесполезен. Это да, это какой-то полный трешак. То есть вот предыдущий план игры был предельно ясен. То есть С4, я не знаю, может быть, немного настрой сбил своей команды, которые после первой карты хорошо весьма сыграли. И там вообще было полное перераспределение ролей. То есть там вот этот Лода в миде, потом фармящий бульдог на думе в легкой, и вот этот оффлейн в лице Синдерена. То есть задумка была интересная. Но сейчас мы видим, пытаются Альянс играть стандартик какой-то, но с этим Зевсом в миде слабым ничего не получается. Ну да, Зевс такой, что успевает кинуть одну верхнюю и дать ультимейт, и потом он, скорее всего, умирает. Либо остается без маны, либо ему надо просто спасаться, потому что его фокусят. До этого форстав все уже и собрал. Ну, Нави, думаю, не буду отпускать. Сейчас, скорее всего, будет врыв. Адмирал Бульдог недалеко ли прыгнул, будет ли торнадо здесь. Ну, засыпали с панели Кирсой, есть ТП сюда уже от Лансера, прилетает Лансер, копье надо кинуть, ваки его спалят, ну, решили наца просто жрать, сноубол, катились, панч. Ну, там Эгида, о боже, какая забавная анимация, но в итоге поймали Лоду в финсгрип, сейчас появляется ПЛ, начинает Лоду пробивать, тут же тени, есть прокаст, но он пока не пользуется им. Ну и разбежались Альянс, но разбежались они просто вот бессилие, они ничего не могут сейчас сделать, они понимают, что этот ПЛ сейчас появится во второй раз и просто всех поубивает. Да, и могут давить спокойно Нави Т2 строение. Второй раз Лансера фулового забирать уже нечем. Правда, кирсы нет пока у Виверны. Можно подождать. КД. Дайер очень хорошо действует. Опять же, не жадничают. Достаточно резко наказывают все выходы противника. Да, Джаггер на первом месте по нетворцу. Окей, у него появляется Battle Fury. Хорошо. Пока он по-прежнему опасен. Действительно, хорошо фармит Лода, но вот остальные очень сильно отстают. Если Слардару особо больше ничего не надо, там, Тусику, то вот, вот Зевс. Зевс этот смущает пока всех. Так как у Нави есть инвокер, который 100% там даст несколько кастов. Ну и уже БКБ появилось, его зафокусить быстро не получается. Там контроля по БКБ-то, опять же, один панч, все, на этом ограничимся. Но инвокера за панч не убить. Там нет ни лагун, ничего-то подобного. Да, он не слэш в одного инвокера, может что-то порешать. А дальше что делать? Ты убил инвокера, там еще остается Лансер, там остается Тини. Главное всегда убить Лансера, то есть пофиг, что вы там делаете с этими инвокерами, с остальными. Лансер, он просто вгрызается и начинает убивать вас всех, если вы вдруг провтыкали этот момент. Что надо? Тардами. Спалил сейчас Ахмо. На топе фармит Саннейк, у него 13 уровень. Виверна вообще себя чувствует великолепно. Она идет вплотную к Зевсу, просто вплотную. Это саппорт Виверна, это мид Зевс. Кстати, у инвокера немного творчества. Там разрыв не такой огромный. То есть, если посмотреть, 2000 припущенный Зевс и 10 тысяч инвокер на коне. То есть, 2000 между припущенным и на коне, это не так много. Ну, типа и да, и не. Вот я смотрю, кстати, видимо, аркану на Зевса выпустили. Видишь, какой у меня этот... Что, копье? Нет. Аватарка. А, да, Зевса. Это да. У меня тоже такая была, но потом пофиксили. Аркана на Зевса, все дела. Реворкинг модели. Так, все. Не бухти. Это Dota 2. Реборн. Репорн. Что, Лода? Хиллинг Вард не пожалел. Хиллинг Вард вообще легко ломается благодаря Фантом Лансеру. А Лансер одну иллюзию просто отправляет на него и все. Если контролит. Если не контролит, можно всеми. Так, и появляется также Solar Crest еще у Санейка. То есть Лоди уже, в принципе, не помешало бы иметь МКБ. Ахмо подходит к Лоди. Надо быть аккуратней. Засыпал по двоим, получает стан. Он не слэш тут же по Ахмо. Ахмо засейвили, но верхний от Зевса. И курса идет, Лоду поймали в курсу, в итоге подтягивается сейчас Дитяра, начинает сбивать Наца, Наца тут осталось жить совсем немного. Колдснеп, финсгрип, станчик по двоим, неплохо, сбили, дает возможность Лоди здесь отступить. Травла откатились, торнадо успел как-то повернуть. Спалили, куда он повернулся, в итоге сейчас будут на него нападать, получится ли добить его? Да, получается, три сотки там Брейнсап залетает.
И неплохо сыграно, вновь неплохо сыграно. Нави убивают очень важного героя. Потеряли, конечно, при этом Тини, но ничего страшного. Кто в это время Дазл подфармливает? Сейчас бы Дазл пофармить-то. Нац, 17 стиков. Да, пытались, кстати, там вытащить всеми путями этого Джиггернаута. Там и Бульдог ворвался, стан по двоим дал. Один дамажащий, второй кастующий Финсгрип. Все позбивалось, но не спасло это Джиггернаута. Нац, Торнадо. Подвернул немного ножку. Да, ну Нави прессуют, конечно. Этому Джиггернауту нужно будет слишком много артефактов для того, чтобы адекватно бороться. Такого вот замеса. Снова видит СПО, может расставаться, но вот решил бульдога щемить. Насыпал бульдожа, станчик. Будет ли Грейв? А, Грейва не будет, потому что Дазл в другой команде. Обидно, кстати. Силы что света, Дазл не может тебя спасти. Сооружения. Кому? Кому обидно? Сноубол, артстайл. А, артстайл, да. Там бульдог тоже у нас просто уезжал там на 50. Я про него и рассказывал, и говорю, будет ли ему Грейв, потом говорю, не будет Грейва, потому что Дазл в другой команде. Так Дазл за него. За него? Ну да. А где был Дазл? Дазл? Предатель. Виктор, соберитесь. У тебя Дазл за 20 секунд трижды изменил... Изменщик! Изменил свою, как это назвать, не знаю, ориентацию это нельзя назвать. Не, почему? Да, Radiant, нормальная ориентация. Того, да. Слушай, Лоду сейчас могут убить. Орчида там нет. У него есть Фьюри и есть Тэпаут, поэтому убить его очень трудно. Ах, Зевс с Октарином. Сейчас бы Зевсом с Октарином бы побегать. Зато какой лайфстил. Не, ну, кулдаун 4,5 секунды. 1,3125 десятитысячных. Кулдаун на арклайтнинге. Вот тысячные это обязательно здесь. Вот 1.3 недостаточно. Вот эти 125 тысячных. Это очень важно. Это очень важно. Да, это очень важно. И такой, знаешь, там в файте такой, ты, да мне 125 тысячных не хватило, чтобы его добить. Вот нет такого. И там, да у него 0.125 тысячных хп бы осталось, даже если бы ты нажал. Он такой, законтрил. Говорю, нет такого калькулятора точного. А я думаю, если был, можно было бы такие претензии предъявлять. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Нет, этот кулдаун. Он так, в принципе, смешной у Зевса. Силы тьмы на верхней линии разрушены. Слушай, давят. 2000 уже после ботов Юрия. Джиггернаут разошелся по фарму. Топ-1 нетворс, если Джиггернаут сойдется сейчас. Объясняю, почему. Потому что сойдется. Он один в команде. Он один в команде. А там два героя, которые пробивают БКБ. Это Бэйн и Виверна. И как бы сильно не хотелось сейчас Джиггернауту бить, он бить не будет. Как только он станет совсем лютой угрозой, курса будет кидаться тупо в него в любой ситуации, и его будут просто фокусить. Ну что там может быть такой дагер, панч, пуф, стан, пуф, Джиггернаут взрывает. Мне кажется, нет. Такой себе план. Нет, план неплох. План неплох. И он может сработать на самом-то деле. Если его исполнить, а исполнить его может и не получиться. Ну давай, опиши детально все вот это. И ну, я короче, тебя законтрю летит полностью. Летит Кави, верно? Давай. Летит. Видит Джиггернаута. Уже думает кастануть, и тут же станет бульдога. Она думает, твою мать! Типа, может, сейчас кастану? И тут же закатывается сноубол и панч. А Джиггернаут уже в это время вырезал всех. И верно такая что, Бэйн что в это время делал? А есть ли смысл кидать Кюрсу? Бэйн был под Омнислэшем. Ему отрезали в это время ручки, ножки. В смысле, а как Джиггернаут добежал до Бэйна? По порядку. Под Фьюри? Он пробивает БКБ, какой Фьюри? Хорошо, Финсгрип? Да. Так сноубол прокатываясь в это время Виверна. То есть, ты хочешь сказать, Бэйн бежит первый, за ним идет Виверна. Не, он не обязательно, он чуть-чуть впереди Виверны. Чуть-чуть. Хорошо, на писечку. Буквально сантиметр. И вот... Так тогда, нет, так тогда вообще все идеально. Тогда просто влетает Слардар, дает стан по двоим, все умирают. Можно и так. Естественно, так, скорее всего, и получится. Нац, засыпали. Ну, там нет вижена, поэтому засыпали чисто. Ну, он сейчас закончится же, там это не бесконечный брейнсуап. Ты посмотри, стики съел. Саныка навесили артстайлом, артстайл какой мяч. Хватит нагнетать, он один против пятерых. Какая разница, посмотри. Кат, где дагер? Дагера нет, шарды. Нет дагера. Где дагер? Нет дагера у пацана. В моей идеальной стратегии у него есть дагер. Санстрайк, СПО. На фурстафе, на хайграунд, и тут же тэпаут смотрит наверх и улетает. Там Лоду сейчас могут попробовать найти. Лоду лучше по одному не искать.
Но вот у него 4200. Не знаю, что там будет он дальше себе собирать. 4 тип-аут кастует. А Бульдог сказал, я не буду кастовать тип-аут. Зря. Бульдог. Не, Бульдог тоже на уезжает пока что. Там Shadowblade и погоня, ты посмотри. Ой-ой-ой. Сыпь! Нет. Не, не увидел. На не бум увидел. Надо сыпать в такие моменты. Так куда? На бум это и есть понятие куда угодно. Мог вперед просто насыпать. Мог вперед, типа, не получилось. Ну а вдруг? Ну да, действительно. Это лучше, чем не насыпать. Ну, разные ситуации бывают. А вдруг ты насыпал, на тебя потом напали, и ты не можешь насыпать. А кто на тебя нападет? Только сейчас Джиггернаут, по-моему, сделал. Так, Зевс подсветил. Понял, что ему, кажется, сейчас придет Габелла. Нет, он идет нападать. Это же убийца Зевс и убийца Слардара. Они нападают на Ахмо. Еще верхний. Ты посмотри, какой он разминает. Хорошо. Но правда, приходит здесь вот Дэнди. Пришел. Amplify. Где Форстав? Форстав 4 секунды в КД. СФО остается без маны. Где мановойд? Антимага нет. Не пикнули антимага, к сожалению. Пикнули. Ошибочка, манка. Ошибочка команды вообще, Нави. Кстати, топовая связка — это Фантом Лансер с диффузами и антимаг в одной команде. Один выжигает, второй шлифует. Офигенная комбо. Офигенная комбо. Два героя, которым нужно 16 тысяч натворцев. Не, антимаг суппорт. А, ну тогда все становится проще намного, в принципе. Четвертая позиция антимаг. Блинкает стак. Честно, я не удивлюсь, если мы где-то увидим четвертую позицию антимаг. Ну, точно так же, фармит всю игру, бегает как квапа. Раз в замесе появился, мановой дал. Там убил кого-то, не убил, но продамажил. Я иногда превращался из керри антимагов в суппорт антимагов. Когда меня сильно загнобили, я говорю, я суппорт, вот есть шторм, моя цель. Я буду ждать, как он вас всех убьет, и потом... Хорошо, а что ты делал с оставшимися четверыми пацанами? В смысле, я ждал, или они все вместе со штормом, да? Идут давать ему арканы, напоить его ботом. Ну и типа рэмпэйдж. Да. И тут уже не суппорт. Замечательный план. Это не план, это я тебе рассказываю былые истории. Cool story, бро. Так, там Тинни опять пошел в поисках новой жертвы. Тут у нас альянс кучкуются. Что, смог, что ли? Да, действительно, смог. Курьер сил света. Ага, еще один курьер на 4К. С баттерфляем. Это месть, на самом деле. Тупо месть. Там курьер с баттерфляем погиб. Не увернулся. Не, кстати, уворачиваться он как раз будет, только чуть меньше, чем обычно. Так. Сонейка. Вот сейчас идеальное время для кюрсы. Ой, да Фурстаффи Адмирала Бульдога. Ты посмотри, стоит наверху, готов ворваться. Стоит высоко, смотрит далеко. Фьюри от Лоды. ЕМП. Заивейдит или нет? Заивейдил ЕМП. Заивейдил, но вот сразу же его ловят. И дальше нужно нападать сейчас как-то на Лоду. Тинни насыпает, подбрасывает, подбрасывает. Если он не слэш, он не слэш пошел. Сожрали здесь, по-моему, Тинни. Тинни жив, его засейвили. Лол будет ли верхний одеться? Вот он подъехал Бульдог. Там Тинни избивает, я вообще не знаю, где находится вся команда Нави. Вот он, Дитяра, пытается убить С4. На С4 в итоге все-таки добежали. Дэнди, два баша подряд, потом еще станчик, артстайл пытается хоть что-то сделать. И где в итоге Джиггернаут? Джиггернаут? Снова Джиггернаут бежит Джиггернаут, уверенно хотели бежит. Дэнди. Дэнди Форстав есть, он успел отъехать, но Бульдог, наверное, его догонит. Да, ой, какой хороший бласт, но все равно догоняют Дэндимона. И убивают. Где там этот ПЛ? ПЛ, вот он, убежал. Моя теория идеального файта почти сработала. Какая именно? Про Бейн, вот это Виверну, все дела? Да. Там, почти. На самом деле, не хватило Навям мобильности, потому что как только была кинута курса, не было сделано ничего. Просто ребята бегали, там что-то пытались подтянуться к файту поближе. Я не понял, почему Терса не был кинут вот здесь, когда он увидел всю толпу на Рошане. То есть идеально было инициировать. Возможно, он ее не совсем увидел, а возможно, просто команда дала... Слепая Виверна? Не-не-не-не-не. Там все-таки ночь на дворе, то есть ты же с этого хайграунда можешь на буквально долю секунды спрыгнуть и обратно наверх. И свежим нам действительно будет все не так просто. Ну и плюс команда, возможно, сказала, типа, мы не готовы. Ну хорошо, кинуть Вивер на Хурсу. Что дальше? Дальше врыв. Чей? Тинни засыпает четверых, пятерых хорошо, навес. У них там... Смотри, вот нас... Типа резисты все дела. Вот, опять даггера нет. Опять нет даггера. Ну, вот этот раз его убиваешь. Что ж ты будешь делать? Ты нафарми себе даггер. Да он как раз этим и занимался здесь. Медленно. 1300. Очень медленно. Ну, я ему так и передам. Скажу. Хорошо. Витян сказал, ты медленно фармишь даггер. Медленно фармишь даггер. Так. Тинни находит джаггера. Ну тут двояко, на самом деле. Кирса есть хотя? Нормально. Луда получил леща деревяшкой по голове. Ну, лящ, это, конечно, громко сказано. Так, скорее, шалбан выписал на Тинни. Я бы тебе бревном шалбан тоже выписал. Нет, так ничего, у него там 100 хп отнялось. Гиды бессмертных есть у Лоды. Курьера, правда, нет, который из баттерфляем. Пусть и баттерфляет, у нее еще там добавилось. Лода начинает разрубать. Ну, по демеджу у него, да, пока без бабочки не то, чтобы совсем много урона. У него бабочки сразу еще что-то добавится в мидле. Кого подцепили, подцепили Аки.
Ну, давай, давай, да. Убью. Ну, вот этому Кинни дают леща. Настоящего леща. 353. Это реально лещ, кстати. Такой прям... Что-то по джиггернауту это так себе выглядело. Так, Слардар БКБ Окай. Угу. Ну, вот Нави сейчас начинают потихонечку поддавливать. Фантом Лансер, видимо, отстает по деньгам. На 2,5 почти отстает еще. Меньше на творце имеет, чем джиггернаут. Диффуза, возможно, стоит грид. Вообще, по Элу бы сейчас Абиссал и Блинк. И все. И до свидания все. Я то же самое могу сказать про Джиггернаута. Ну да. Так, а это работает? Ну, Ноутейл нам демонстрировал многократно эти Абиссал и Блинки на Фантом Лансере. Ты просто прыгаешь, вгрызаешься. Во-первых, там 100-500 иллюзий моментально. Во-вторых, тебе не надо никуда бежать, ни за кем гоняться, ты сразу же делаешь минус. У Alliance небольшая проблема, у них не хватает контроля по лансеру. Вообще ну, да, не хватает контроля. Да, пока да. Не появятся какие-то хиксы у Зевсов, а там вроде, я так смотрю, в его стэш. В его октарин смотрю. В его октарин, да, сквозь его октарин, и понимаю, вижу там боль, страдания, отсутствие денег. В зените октарина, я думаю, Зевс можно... Зевс вырос в бедноте, вот что я могу сказать. Несмотря на то, что он бог... Так, Кирсой подцепили, Зевса, это, кстати... Ну, что-то бред получился. Утрата полный. Ультимейта, я бы это назвал. Это серьезное проседание по инициативе, потому что Зевс сейчас начинает тут разваливать уже кабинет. И Лода прекрасно знает то, что там теперь нет Кирсы, а без Кирсы-то а Лода да, просто убить. Держать намного сложнее. Где вообще Бэйн? Интересно за ним посмотреть. Бэйна нет. У Бэйна нет телепорта. Смотрим внимательно. Вообще, мне все равно, что происходит на базе. Мы смотрим, как медленно он ползет? Медленно, грациозно Бэйн возвращается на базу. Ну, Ваня сейчас говорит, я приду, и мы их развалим. Смотрите, я уже почти пришел. И они уже начинают разваливаться медленно. Ну, вообще, Альянс, видимо, решил, что... Альянс отступили, они понимают, думают, что Ваня все не так просто. Ваня идет. Говорит, где-то есть подстава. Раз Бэйна не видно, значит, он в инвизе так, сзади. Так, ветера. Ну, просто уходит. Ну, нет контроля. Торнадо по двоим. ЕМП ставится. Сноубол нужно проюзать. Укатиться куда-нибудь? Нет, некуда катиться. И Баттерфляй также появляется у ПЛа. Но вот ПЛ, он как раз отстает на эти там уже 3500. МКБ должно появиться. Да, именно, именно. Вот эти 3500, это как раз будет лишний слот. Ну, практически полный слот. Это будет МКБ у Джиггернаута. Там ломанулся, думаю, сейчас ворвется на Виверну, повесит и гадость на голову. Расколотый щит. Так, там, я смотрю, уже сплит у нас дитяра. Ну, что ты дальше ему сделаешь? Хорошо. Ну, в смысле, он бульдог на форставчике и едет. У него есть блинк, он его догоняет. Почти догоняет. И получает сейчас лещей, да? Так, в смысле, у него команда за спиной. Ему вообще пофиг. То есть, ПЛ, если начнет убивать, то сам умрет. Ему было неважно, то есть, будет ли Фантом Лансер там бить или убегать. Так, сейчас кто-то спалился, по-моему, да, Тинни спалился, уходит отсюда с даггера. Ну, засыпал крипов, нормально. Нави держит... Дэнди вот БКБ крипов фармит. БКБ крипов фармит? Да. Блин, ты видел нынешних троллей? Вот эта сетка так скелетов она сквозь вызвала. БКБ бьет. Мне кажется, зря нажал, да. А она снимает, по-моему. То что если на тебя кинули сетку, можно на БКБ снять. А, то есть он сетку снял, да. Скорее всего, да, окей. У нее еще тпаута не было. Возможно, ему тролль тпаут сбил. Возможно, и возможно. Не пришлось оставаться в БКБ и дофармливать тролля. Скорее всего, так и было. Сатаник надо было управлять. Ну вот немножко ошибаются Нави. Видно сейчас в таких вот именно микро-моментах. В макро вроде у них все понятно. Типа у нас ПЛ фармит, он всех убьет. В микро проседают малость. Не сказал бы, что Альянс там супер микрят, но от Нави нужно больше микро. Нужно больше микро. Нужно больше, нужно построить микроконтроль. Нужно построить микурат. Да, ну что, смотрим. Джиггернаут продолжает набирать. 1300 на руках. Что купил? Что купил? МКБ да, летит? МКБ, скорее всего. Не вижу МКБ. Смотрю и не вижу. Я тоже... Скадя! Скадя! Скади! Вроде Фэлла с Баттерфляем. Скади! Еее! Надо продать БФ, купить сатаник. Еее! Да, и Тараску. Тараску вместо барабанов. Хочу быть жирным. Хочу быть жирным, обмазаться жиром. Собрать сердце Тараса. Глаз Скади. Он хочет собрать нового персонажа, по-моему. Из органов собирает себе инвентарь. Хекс появляется. А вот это очень круто, на самом деле. Потому что Джиггернаута здесь можно контролить теперь намного дольше. Именно поэтому он купил себе Скади, чтобы его дольше убивали. Все верно, прочитал. А у врага больше контроля, нужно собрать больше ХП. Вот как оно контрится. Да. Я все это время не знал.
Не, ну отчасти оно так и контрится, да, но поглядим, насколько это отчасти сработает. Альянс выходит в смоке, идут нападать. Там Аки немного перепутал направление, Герилода куда-то перепутал, побежал. Говорит, блин, пацаны, там дабл дэмэдж лежит, может, заберем? А? Не, спалимся. Ну вообще, если бы они вот так вот не растягивались один налево, один направо время от времени, то, возможно, кого-то бы и поймали. Ну вот Лода идет за своим дабл дэмэджем, причем этот момент Нави не видят. Нави вообще сейчас, на самом деле, очень мало видит. Слушай, ведь нереально собрать полного персонажа из органов, которые тут есть. Ну, нет хотя бы ноги. 1500 крит просто вылетает. Как, в смысле, где ноги нет? Ну, где вообще ну, нет? Ну, костыль же был раньше. Ну, это раньше был костыль. Сейчас это не костыль, это Power Threads. Ну, он раньше был Power Threads, только выглядел как костыль. Транквил Бутс тоже нет. Где вот стопа бомжа какого-нибудь, я не знаю. Ну, щит бомжа есть. Щит бомжа есть. Он же сделан, мы же из органов, он же сделан не из бомжа, наверное. Откуда ты знаешь? В общем, круглый, из чего это надо вырезать? Не, ну так... Утрамбованный бомж? Я мог бы сейчас углубиться в подробности, но боюсь, что добрая половина наших зрителей сейчас меня просто не поймет. В смысле, она очень хорошо поймет то, что я скажу, но не поймет меня как человека. Вообще, да, мы пытаемся собрать персонажей из органов. Это уже весьма странное занятие. Это уже, да, подозрительно выглядит. Да, ну, просто все фармят, прикольная очень игра. Ну, да, но на самом деле тут понятно, что когда ты пикаешь лансера, ты, ну, нет, ты обязуешься фармить. Понятно, мне вот с этими пацанами интересно. А у него еще слот есть. Даже два, если собрать муншард. А если поизгаляться и использовать курьера, то слотов гораздо больше. Я вообще не понимаю, почему перестал эра некрачей из курьера. Куда это все делать? Да, мое любимое. Да, кстати, там драка начинается. Виверну поймали. Но там Виверна пока еще живет. Пока живет, да. И станчик. Бах, хороший тайминг. Тут еще перекатил ее шаром. Перекати Полин, перекати Виверну. Виверну перекатывать еще 60 секунд не смогут, да, потому кстати, что она будет в таверне. И Лода пользуется этим, заходит на хайграунд, торнадо, заивейдил, просто подфьюрит. Смотри, как он фармит, вышку приходится прожимать фортификейшн, и они добьют ведь? Да. Они добьют товар, бласт. СФО, добейте вышку, делай хоть что-то полезное. Так, там БКБ появляется у ПЛа. А зачем БКБ? Чтобы всегда показывать настоящий лан. А зачем ему БКБ? Я не знаю, что ты представил ко мне. Я тебя спрашиваю, зачем ему я БКБ? Я не лансер! Я тоже кот, но не лансер. В смысле? Ты не лансер? Прямо. Говори быстро, зачем ему БКБ? Я тебе уже ответил, чтобы всегда показывать, где настоящий лансер. Ну, это классная инфа, но не для команды Na'Vi. Тут вообще альянс Рошана замесили. Наверное, чтобы Зевс ему так много не сносил, я не знаю. Зевс, конечно, сейчас будет загонимым в теории. Mm-hmm. Если это не Бладстоун. Да. А Егис Зевсу? Да я могу назвать как минимум четырех персонажей, кому он лучше заходит. Не, ну, возможно, решили, что Зев сейчас просто пойдет там танчить, да, раздавать кучу дэмэджа, просто зайдет там на хайграунд, начнет налево-направо свои там молнии разбрасывать. И это, в принципе, работает. Ну, он просто дэмэджа очень много выдает. Как бы просто так убивать его, чтобы он потом опять с фуловой маной появился. Ты думаешь, его не будут убивать теперь? Не, я думаю, его будут, конечно, убивать, но... Появится он будет тоже зол. Слушай, Тускар, вот ты меня в прошлый раз обманул. Что именно? Тускар до сих пор не выформил себе даггер. А у него появилось много очень артефактов разных, а даггера до сих пор... Даггера нет? Нет. Ну, медленно собирает даггер Тускар. По-моему, он его даже не собирает. Реборн, пишет Дэнди. Я не знаю, что происходит. А, он опять с БКБ поформил крипов. Говорит, плохо себя чувствую в новой эре. Очень страшно куда-либо выходить. Приходится фармить крипов с блокинг-баром. Не, ну, если он говорит реборн, возможно, там действительно какая-то фигня произошла. Mm-hmm. Возможно... А что возможно? Возможно, у него просто слот забинжен под этот... Возможно, он воспользовался... Под спелл, под легаси спелл инвокера. Твоим советом и поставил на пробел все слоты. Текстов и БКБ тоже выходят все слоты. Так, Шарды, Спон, там Аегис, Торнадо. Ты посмотри, как они выйдут от Торнадо. Просто... Боже. Отъехал, в прямом смысле отъехал. Живут где-то, где Торнадо каждый день. Так, ну и смотри, Лансер. Возвращается. Там Тини уже с Аганимом, господи, это уже керри, герой нормальный, Кираса, Аганим. Сейчас остается добрать Сильвер Эйдж какой-то.
Сервер H? Сервер H. Так, форсав, мода. Барак, кромсать. Как называется эта битва? К нему летит Monkey King Bar, если что. Ему много может лететь, но сторону Нави потеряли. Торнадо. ЕМП. Лода. Опа, похрюкал. Ушел. А назад будут заходить? Одна тычка Бараку. Кирса. Бульдог. Просто зарубят. Зарубили бульдога. Есть сноубол. Не успели заевейдить. Есть ульт Зевса. Бласт отличный по двоим. И не Тини. Сможет. Как же Тини этой веткой шлепает от двух персонажей. Правда, Лода пока еще живой. Лода расстреливает артстайла. Лода. Лода. Хоть кого-то бы еще ему побить. МКБ к нему уже долетело. Поэтому Дитяра очень сильно страдает. Дитяра пытается упрыгнуть. Прожимает бутерфляш, чтобы убежать. 70 хп у него остается. Тут же С4. Молнии убивает его. Нет, байбека. Нет. Нет, байбека. Нет, байбека. Да, Дэнди тут убежал, но... Это минус ботом. Это минус 2 лейна, 100%. Да-да-да, потому что на топе еще тир 2 стоит. А может быть до конца? Не, ну пойдут в вторую сторону забирать. Зачем до конца, если можно забрать вторую сторону? Ты видишь, ПЛ байбек не делает, Тини байбек не делает. Вроде как норм. Юри. И вторая сторона тоже упадет. А вот потом, может быть, пойти по 4. Кстати, Дэнди сейчас немного рискует. Эспо остается полностью без маны, у него все еще есть Аегис, заслипли сыр лоду. Ему еще дали, он сыр только что сожрал. А, ну, вообще на 1000 маны. Бласт. Пытается выиграть время Дэнди, но эту сторону никак не спасает. Ты понимаешь, что 50 секунд здесь наверное еще пацанам. Можно пойти в Т4, на самом деле. Видно, что байбеков нет. Ну, будут ли так рисковать? Там будут. Да, там крипы подходят к тир 2. Могли попробовать убежать, конечно, на топ сейчас. И Дэнди получает раскат. Боже мой, Зевс! С ультой и с верхней. Просто не простил Дэндимона. Не доехал бульдог, видать, сам. Пытается лоду как-то задиффузировать, скажем так, чтобы он не бил, но лоду все равно бьет. Не доехал. Станчик. Будет ли по артстайлу? Попадает. Артстайл получает две тычки. Это минус. На Дэнди тоже Amplify Damage. Прожимается БКБ опять. Ну, это минус. В этот раз в драке, кстати. Приходит Виверна. У Виверны есть курса. Виверна курсу на бульдога тоже зачем-то. Непонятно зачем. Там у Мислэш откатился, но это ГГ. Это ГГ. Это ГГ. Ресится Лансер, попытается сейчас еще подраться, но просто... Слушай, и все становится еще интереснее в этой группе-то. Что Нави выиграли у OG. Альянс выиграли у Нави. Сейчас у нас еще ВП OG. Это же жесть. Тут сейчас такой махач начнется за первые два слота. Феноменальный махач, подозреваю. Феноменальный? Да. Так, у нас следующая игра, сразу же говорю, друзья. Да, тут Альянс выиграли со счетом 2-0, зарабатывают они 3 очка, что немаловажно, 2-0. То есть счет по картам тоже видите, если что, это тоже может стать решающим моментом в случае разбора полетов, кто какое место занимает. И следующая игра, это у нас, если я не ошибаюсь, Virtus.pro против OG. Это у нас игра начнется через 25 минут. Да, так что вы далеко не разбегайтесь. Мы берем небольшую рекламно-музыкальную паузу, после которой вернемся для того, чтобы посмотреть на обновленный состав ВП. В действии. В действии. Именно так.